Также сегодня с нами первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Константин Бахарев. С нами сегодня начальник Ставропольского президентского кадетского училища генерал-майор Леонид Куц. Слово предоставляется первому заместителю председателя Совета министров Республики Крым Михаилу Шеремету. Уважаемые друзья, коллеги, ветераны Великой Отечественной войны, разрешите вас поздравить от имени главы республики Аксенова Сергея Валерьевича с приближающимся великим праздником Днем Победы. Я рад приветствовать вас в преддверии самого великого и светлого праздника, дня 70-летия победы над фашистской Германией. Очень символично, что мы проводим акцию по чествованию знамени победы именно в этот день. Трудно представить, сколько ушло времени, сил, краски, материала, чтобы изготовить это чудо, эту копию Знамени Победы. Знамени, которое в мае 1945 года вознеслось над Рейхстагом, пробитое пулями, пропитанное потом и кровью советских солдат. Согласно российского законодательства, это знамя является официальным символом Великой Победы. Хочу поблагодарить организаторов акции и создателей знамени, персонально руководителя Ставропольского президентского кадетского училища Куца Леонида Григорьевича. Спасибо вам за то, что вы вызываете чувство гордости, за тот патриотический рекорд, который вы сегодня установили. Желаю мирного неба над головой, благополучия, счастья вам и вашим семьям. И разрешите вручить символ Республики Крым, герб и гимн Республики Крым Куц Леониду Григорьевичу, вдохновителю сегодняшней акции. Поприветствуем, друзья! Слово предоставляется первому заместителю председателя Госсовета Республики Крым Константину Бахареву. Добрый день, дорогие симферопольцы! От имени Государственного Совета Республики Крым, председателя Государственного Совета Константина Владимира Андреевича, всего депутатского корпуса и себя лично хочу поздравить вас с приближающимся праздником, 70-летием Великой Победы. Символично не только дата, когда проходит наша сегодняшняя акция, символично и место, выбранное для ее проведения, потому что мы развернули флаг Победы рядом с памятником воинам-освободителям, которые весной 44-го года освобождали Крым и его столицу Симферополь от немецко-фашистских захватчиков. И мы развернули это знамя в том месте, где год назад ковалась победа в Крымской весне. Год назад именно здесь, на этой площади, у стен Государственного совета Республики Крым, было сформировано народное ополчение самообороны Крыма. И очень символично то, что сегодня здесь, наряду с ветеранами Великой Отечественной, присутствуют и ополченцы, принимавшие самое активное участие в событиях Крымской весны.
и присутствуют представители молодежи, школьники. Это те, кто примет эстафету завтра у поколения победителей. Те, кто сегодня являются наследниками победителей. И те, кто доказали, что они достойны этого звания. Доказали год назад во время событий Крымской весны. В заключение выступления хочу еще раз поздравить всех с приближающимся святым праздником, главным праздником нашей Родины, главным праздником для Крыма, 70-летием Великой Победы. Всем спасибо, и я не сомневаюсь, что в этом году мы отметим этот праздник так, как никогда. Дорогие друзья, на нашем прекрасном празднике присутствует инициатор этой акции, генератор идеи, начальник Ставропольского президентского... России. Символично, что мы находимся здесь, среди героев прошлой весны, среди народа и населения, молодежи. Символично, что все прикоснутся к знамени Победы, вспомним и отдадим память тех, кто погиб за нашу землю, отстаивая независимость нашего государства. Хотел бы пожелать всем удачи, счастья, добра, мирного неба. Знамя Победы после завершения акции в рамках движения «Знамя Победы» будет передано в музей Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня у вас есть возможность, кроме того, расписаться в книге памяти Знамени Победы и поучаствовать в изготовлении своими руками Знамени Победы. Находится с правой стороны от меня. И позвольте точную копию Знамени Победы вручить Михаилу Сергеевичу Шереметьеву. Воспитанники президента, поблагодарим их аплодисментами, друзья. Слово предоставлено... Наступит то время, когда над Украиной тоже будет виться Знамя Победы. Потому что мы потомки победителей. Слава победителям! Ура! Разрешите вручить Ставропольскому краю флаг народного ополчения Республики Крым в честь памяти и уважения. Аплодисменты, друзья! Это очень памятное, знаковое событие. Поприветствуем! Победитель, наше кредо, Русь святую защитим! Слава народу победителю! Ура! Ура! Да здравствует победа в Великой Отечественной войне! Ура!